Здравствуйте, друзья. Вы видите, как мы с Ренатом выходим на дело. Дело состоит в том, чтобы мой автомобиль привести в блогерское состояние. Это значит, что мы хотим приделать такую нашлепку, которая позволит мне легко управляться с камерой, потому что сейчас, вот он стоит, красненький. Вот как этот цвет назвать, я не знаю. Вот я называю красным. Вишневый. Ну, дай бог. Значит, так мы идем вперед, вот туда идем. Значит, я открываю дверку. Вы видите, как сейчас это происходит? Вот я сюда прикручиваю камеру, вот сюда. А сейчас вы увидите, что будет делать Ренат. Я сейчас зайду с другой стороны. Только, знаете что, Ренат, давай покажем сначала. Значит, вот есть вот эта черненькая. Она с двух сторон липкая, да? Да. Такой вот, ну я не хочу трогать. Но она очень... как резина такая. Такая резинка, липкая, да. Липкая, да. Это просто обычная присоска. Вот она вот так, ну вот можно было бы, ну не хочется ее. Ну не надо, да. Не надо, да. Вот она так вот раз и присасывается. И тут вот штыречек, на котором потом держится камера. Это что вот вы такое взяли? Кислород это, какой-то жидкий? Ну, это, да, просто сжатый воздух. Нужно просто обезжирить. Просто там, воздух. Так, а там у вас салфеточки. Высушить, да. Желтенькой коробочки. Угу. А в этой? Это сухие просто салфеточки. Друзья, вы видите, как сложно все. Так, пошли. Значит, я теперь залезу вовнутрь и буду отсюда все это снимать. Значит... Уй! Залез, все. Залез. Так, смотрим. Да, это вот. Вот некоторые спрашивают, как это все? Вот такая посудка. Вот эта посудка стоит $14, 15, 16. Made in China. А дальше к ней уже там присосочка. Так, комментируйте, значит. Ну, надо просто пыль. Пахнет химией. Ну, да. Надо пыль отсюда убрать. Так. Она вон высыхает, сухие салфетки, и не понадобится, потому что он на солнце сразу высыхает. Да, это есть. Так, тут у меня солнышко светило. Хорошо, понял, где? Чуть-чуть протрем. Минуточку, это какое-то мыло. Нет, это дезинфекционные какие-то салфетки. Да, да, дезинфицирующие. Mm-hmm. Так, сильно. Оно тоже высыхает. Знаете что, видимо, оно здорово горячее. Mm-hmm. Потому что машина стоит на солнце. Это вы воздухом подсушили. Не столько подсушили, может быть, сколько всякую мелочевку отсюда поздували. Так, вот эта вот вещь, она, конечно, немножко она так как-то, не сказал бы, что идеально чистая. Ее можно мыть, она была на старой машине, угу. Вот, ее с мылом просто помыть, да. Высушить. Хорошо. Естественным образом, и все. Так, по центру, да, вы ее? Ну, вот сюда, я думаю, да, наверное, да. Отлично, да, отлично, да. Отлично. Недалеко? Но нет, нет, недалеко. Раз. Да, хорошо, но она не прилипла, да? То есть, как бы... Ну, так мы ее сейчас прилепим. Просто какие гарантии, что она будет держаться? Потому что шершавый рельеф. Когда я, на самом деле, сразу после покупки машины ее прилепил, взял, да, снял, но стой. Но вы снимали, вы же прямо на этой была прилеплена? Она была прилеплена, постойте. Мало того, она еще была довольно, ну, нечистая, так скажем, грязненькая была. Ну да, надо было ее сначала снять отсюда, прилепить сюда, да. А потом тогда уже вот этой присоской. Ну, во всяком наверх. Случае, у меня вызвало сомнение такой вопрос, насколько шершавость вот, а вот как этой, она сделала, вот этой поверхности. Помните, так или вот так? Я думаю, что правильнее вот так. Mm-hmm. Вот так. Меня в данном случае интересует, чтобы рычажок был вот, может быть, в ту сторону. Я думаю, не думаю, что есть разница какая-то. Так, придавили, рычажком присосались. Существенно в этом только то, будет ли он держаться на поверхности машины. Я думаю, машины. Что он будет держаться. Резинка от присоски никак не открепится. Но вот эта часть, вот эта часть... Да, здесь достаточно места, здесь можно гораздо большую камеру прикрутить. Вот. Тут еще знаете, в чем тонкость? Когда я на этой вот тут нахожусь, да? Mm-hmm. Смотрите, что получается, стоит камера, вот она, допустим, вот в данном случае она вот так. Mm-hmm. Вот она стоит и вот так смотрит. Потом я начинаю переворачивать, да? Вот, ее тут переворачиваю. Угол, и она, меняется угол. Угол, да. Меняется. Она вместо того, чтобы вот так стоять, да. Она начинает вот сюда смотреть, вниз. Mm-hmm. Да, нужно ее еще вот так крутить. Это все так, сложное такое хозяйство. Здесь что можно сделать? Она может стоять вертикально. Вот сейчас она стоит вертикально совершенно. Да? Mm-hmm. Вот. И тогда можно ее поворачивать вперед, назад. И, в общем-то, оно будет более-менее держаться. И не надо крутить. Потому что...
это отвлечение, это вопросы безопасности за рулем и так далее. Каждый раз, когда что-то крутишь, вместо того, чтобы баранку держать. А попробуйте ее еще раз так пошерудить, там она не отвалится, нет? Держится? А на солнце ничего с ней не будет? Вот она не расплавится никак там? Не... Михаил, ну я думаю, что ничего не должно быть. У меня такая же присоска, тоже у меня в машине, я с таким большим кронштейном, на нее телефон цепляется. Угу. Висит, ничего с ней не делается. Ну, давайте понаблюдаем, потому что то, что я первый раз прилепил, просуществовало несколько часов, потом отвалилось. Угу. Вот, поэтому ну, сейчас мы культурно мы промыли, просушили, там, я не знаю, продезинфицировали. На прошлой же держалась хорошо? Изумительно держалась. Я думал, что я не отдеру. Mm-hmm. У меня было так, не очень получалось, но отодралось. Ладно, спасибо.